Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дашин Репортаж. Кто смотрел мое предыдущее видео, тот поймет, почему я читаю это стихотворение. Вчера была унылая пора, сегодня светит солнце золотое, играет увлеченно детвора, то в листья лягут, то листву бросают стоя. Нету детей в игре застоя, разгорячила их она. У взрослым непонятная, простая, и шум, и гам среди двора, как будто дружно улетая, гусей гогочущая стая, нам машет кончиком крыла. Такая сцена нам забавна, до слез приятна и мила. Спасибо за просмотр. До новых встреч!